Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Тарашевська. Чим театральне мистецтво приваблює серйозних науковців, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі і прослідкуємо шлях народження мрії та втілення її в життя. Театральное искусство и сам непосредственно формат театра – это в первую очередь действительно становление личности. В театр человек приходит, чтобы окунуться в этот мир жизненной правды. Театр – это не только игра. Театр – это еще теория. И ей нужно отдать должное. Люди, с которыми мы сотрудничаем, работаем – это те действительно звездочки, которые мы зажигаем и которые действительно дарят потом таланты, творчество нашим зрителям, нашим николаевцам. Сегодня, друзья, мы с вами зустрінемось с людьми, яким по плечу будь-яка справа. Хто вони? Подивимось саме зараз. Друзья мои, знаете, есть такая замечательная поговорка «один в поле не воин». И действительно, когда человек один, он как-то может и унывать, и о чем-то сожалеть, и даже думать не о том, о чем нужно. Очень важно, когда ты живешь в команде. И сегодня я хочу познакомить вас с людьми, которые умеют жить в команде, которые объединяют вокруг себя других замечательных людей, и которые, когда где бы они ни появились, то все начинает крутиться, все начинает вертеться, но вертеться правильно, а самое главное – красиво. Это вот наши замечательные гости, посмотрите, какие они симпатичные, как у них горят глаза, и мне очень хочется, телезрители, чтобы после общения с ними и в ваши сердца постучала радость, и в ваших глазах тоже появился огонь. Огонь что-то делать хорошее, правда? Артём, ведь когда ты что-то делаешь хорошее, вот смотрите, вы появились, и вот мы сидим здесь в этом зале, и вдруг, телезрители, я вам открою секрет. Появились наши гости, и появились цветы, появилась картина. Мгновенно, как по мановению волшебной палочки. А на самом деле, Артём, у вас, честно, есть волшебная палочка, признайте. Ну, знаете, есть вера. Вера в то, что существует волшебство. И когда ты с добром идешь к людям, и оно вернется сторицей. Потому что, ну, если не мы, то кто же, да? И вот наши звездочки — это артисты молодежного театра «Стук» и... Люди, с которыми мы сотрудничаем, работаем, это те действительно звездочки, которые мы зажигаем и которые действительно дарят потом таланты, творчество нашим зрителям, нашим николаевцам, нашим участникам проектов театральных, которые мы проводим. И главное, заряжают сердца положительной энергетикой. И одним из этих зарядов, друзья мои, стала организация нового фестиваля. Это впервые этот фестиваль был организован в нашей области. Артём, расскажите, пожалуйста. Ну, это была первая международная летняя театральная школа, которая называется «Театрон». Это международный театральный форум-фестиваль. И он как бы в основе лег в июне этого года и проходил в городе Очакове с 26 июня по 1 июля. И в Николаеве был завершающий этап. Это как бы такой новый проект, проект для юга Украины, проект для всей Украины, потому что приехали участники с разных стран, с разных уголков Украины. И вот с Виктором Леонидовичем мы в тандеме работаем уже давно и проводим многие проекты, и фестивали, и мюзиклы. Но вот сейчас мы решили, как бы был фестиваль «Южные маски» международный театральный, который жители города Николаева помнят и ждут, когда же он будет в следующий раз. Но мы сказали, что проект «Южные маски» завершен на этом этапе, и нужно заполнить эту пустоту каким-то новым проектом. А почему, Артём, извините, что я вас перебиваю, почему проект «Южные маски» завершен? Ну, самая пресловутая большая проблема – это финансирование, потому что мы пробовали все формы, и трансрегиональное проектирование, и грантовые проекты, и поиск на уровне и правительства проводили в субрегионе Николаевская, Одесская область, но, к сожалению, средств выделяется очень мало, и бюджет области и города Николаева не может как бы охватить эти, ну, я считаю, что для города, для области это небольшая сумма, но выделяются очень крупицы, которые просто ставят невозможным проведение фестиваля, очень часто это были кредиты, которые приходилось закрывать в течение года, и поэтому фестиваль 10-й «Южные маски» в 2015 году завершился. Он завершился грандиозно, с красной дорожкой, да, с хорошими участниками, зрителями. Ну, хочется... перформансом, да, хороший перформанс, да, безусловно. Да, ну самое главное, что хочется делать лучше и лучше. А проводить фестиваль для галочки мы не привыкли. Мы привыкли работать на профессионализм, на уровень и на улучшение показателей. И поэтому, так как «Южные маски» пока
этот проект приостановлен, но сидеть на месте, как, господа, несмотря на то, что наши гости сидят, на самом деле им очень трудно усидеть на месте, и поэтому родился новый проект. Да, новый проект «Театрон». Ну, я думаю, Виктору передам слово, он расскажет. Спасибо. Да. Ну, он родился уже на 9-м фестивале «Южные маски», после того, когда мы пригласили достаточно большое количество мастеров, участников, режиссеров, актеров, знаменитых и маститых, мы с Артемом выдвинули идею того, что как бы, ну, было кощунством с нашей стороны не дать возможность этим людям поучить бы приглашенных. И вот непосредственно уже в 10-м эта идея витала, мы делали финал 10-го, но мы уже четко знали, что будет продолжение. Продолжение не хуже, чем «Южные маски», потому что очень интерактивная форма, новая форма. Во-вторых, как бы театральная мельпомена на сегодняшний день такая разноцветная, что собравши даже около 60 человек, мы получили такой фейерверк прекрасных как бы личностей, прекрасных идей, что резонанс уже как бы в середине, мы проходили экватор нашей школы, и уже люди говорили, что же будет со второй школой. Ну, она достаточно серьезно в плане была теоретической и практической подготовки. У нас тематика нашей школы — теория и практика современного театрального искусства. Это очень обширная тематика, но несмотря на все это, мы как бы очень много потратили времени для того, чтобы усовершенствовать некоторые аспекты как раз обучения взрослых и обучения взрослых театральному искусству. Аматоры, любители, полупрофессионалы, но сложилось так, что у нас были и профессионалы. Да. Сложились, да, сложилось так. И вот как бы этот аспект достаточно серьезно заявил о себе и дал тот фундамент, который, ну, резонирует уже резонирует и резонирует успешно, потому что заявки мы уже формируем на следующую школу и имеем достаточно очень хорошую поддержку. Артем Александрович на начале говорил, что да, это школа с международным участием. Белоруссия, Литва, Польша – это те страны, которые были представлены в театральном формате и в формате мастер-классов. Впервые в театральной школе мы использовали древнегреческую терминологию. У нас мастера педагогии получили все дидаскалы, они были посвящены в учителей, как наставники. Раз, да, наставники в театральном искусстве. Вот, и в сертификатах было обозначено так. Ну и, безусловно, сама процедура. Я уже как бы не говорю о гостях, которые с удовольствием приехали. Ну, с удовольствием как бы могу назвать Наталья Длиева, директор театра «Маски Шоу» Одесса. То есть приезжала с открытым текстом, текстом как бы и презентации своей работы, и открывала очень интересные страницы работы самодеятельных театров и финансирования, и негосударственная и структурная как бы основа этой работы достаточно интересная. Харьков, Киев, Одесса. Ну, мастера, люди, которые имеют практику театральную и имеют достаточно серьезную теоретическую подготовку. Поэтому как бы вот в плане методическом, в плане теоретическом мы считаем, что нам этот проект на этом этапе удался. И вот смотрите, господа, какой интересный нюанс. Казалось бы, сейчас так все сложно, и все так шатко и зыбко, и в материальном плане, и в моральном плане, потому что обстоятельства не способствуют для творчества. Но творчество, господа, нельзя убить. И пример тому вот даже рождение нового фестиваля. Ну да, прежде всего это объединение людей, которые болеют этим. Да, объединение людей, которые болеют искусством, болеют театром. И у нас представители были со всех театральных уголков Украины. И они приехали, они повышали свой уровень, делились опытом. И прежде всего это форум. Это не было четкого разграничения. Вот там ты учитель, ты ученик. Это взаимосинтез, взаимообмен был. И приехали люди, поддержали эту школу, поддержали проект. И самое главное, мы показали Николаевщину. Николаевщину театральную. Это были представители, артисты, ведущие режиссеры Николаевского академического художественного русского драматического театра, Украинского академического драматического театра, театра кукол. Была представлена федерация, мы открывали эту школу большим мюзиклом на берегу Черного моря, показали «Алые паруса», это синтез двух любительских театров, театра «Стук» и театра «Танца ритмы планеты». Мы показали, насколько театральная культура, насколько разноплановая, разножанровая культура театра Николаевской области, всей Николаевщины. Вот у нас есть целая сеть мероприятий,
мероприятий. Вот «Окно в Европу» французы приезжали в позапрошлом году. Они открывали свой центр драматического искусства «Клермон-Фаран». Мы в федерации организовали такую творческую встречу и открыли вот комедию Макса, комика Дель-Арте. Поляки вот приезжали очень часто, Вербатим, документальный театр. Сейчас литовцы театр символизма. Символизма показали для наших руководителей театральных коллективов, для артистов. Это тоже такие открытия были. И мы хотим ломать вот эти стереотипы, что театр должен быть в таких канонах и только не в других. Но хочу сказать, что классический театр имеет и должен существовать. И, к сожалению, у нас даже наши академические театры немножко отходят от классических постановок. Хотя это классика основа основ. Должны быть классические, репертуарная политика театров, должны быть экспериментальные работы. И должна быть школа. Русская школа, украинская школа, зарубежная школа, европейские направления. Публика должна получать качественный продукт. И это одно из направлений, которое вот наша школа ставит перед целью, чтобы повышать уровень аматоров-любителей, уровень профессионалов, чтобы это был действительно рост театрального искусства. Артём, а скажите, пожалуйста, лично вы, почему вы так любите театральное искусство? Вы молодой такой, такой симпатичный, казалось бы, ну, театры, он, публика уже более солидная. И вдруг такие молодые люди, и вот они, а Виктор вообще, я вам открою секрет, он доктор педагогических наук. Представляете, телезрители, целый доктор целых педагогических наук. И вот такая любовь к театру. Артём, ну вот у вас. Ну, если субъективно, я служу искусству, да, и очень часто говорят, работает человек или служит. Вот я служу искусству, потому что я не представляю свою жизнь в другой какой-то сфере, или там в коммерческой эстрадной сфере, там, или очень много сейчас частных каких-то секций, там, ивент-агентств открывается, потому что искусство театра еще впитывается, как говорится, с детства, и когда ты посещаешь любительские объединения, когда у тебя есть хорошие педагоги-наставники, когда ты проходишь вот школу становления, ты что-то в жизни хочешь изменить к лучшему. И ты понимаешь, что ты ищешь какую-то нишу, ты пытаешься занять вот то место свое, как говорят многие, под солнцем, да, и ты понимаешь, что театр – это то будущее, в котором ты себя видишь, да, и многие говорят, там, театр – это не модно, театр – это неинтересно, почему молодежь… Это устарело, да? Да, да, почему молодежь не стремится в театр. Я хочу сказать, очень много студентов, молодых студентов, которые раз в месяц ставят цель посещения театров, и они хотят получать качественные продукты. Молодежь, которая стремится в театр, она действительно ставит перед собой цель обогащаться духовно, потому что, ну, театр – это храм искусства, да, и где человек очищается от злободневности, от проблем, которые происходят в жизни. И действительно, вот в театр человек приходит, чтобы окунуться в этот мир жизненной правды. Ух ты, как вы здорово сказали. Друзья мои, представляете, театр – это мир жизненной правды. Артём, моя фелитасьон. Виктор, вы как доктор педагогических наук, такой серьезный, но в глазах такие смешинки пляшут. Ваша любовь к театру, откуда она началась? Она началась действительно как бы и с образования, потому что первое образование – это наше училище культуры. Там как бы заложены были основы и культурно-массовой, и досуговой деятельности. Но я вам скажу, что несмотря на то, что доктор наук, у меня докторская связана с режиссурой педагогического действия. Поэтому вот оно, я даже не смог в науке и в докторской это отбросить. Это действительно как бы очень хорошая, интересная работа. И режиссура, и театральное искусство проведено мною, и даже через мою всю научную практику. Поэтому это даже уже не только как бы душевное такое состояние, это и профессиональное амплуа, потому что в театральной педагогике, в театральном мастерстве, в актерском мастерстве я вижу большой потенциал и воспитание не только как бы актеров, но и будущих педагогов, людей, которые непосредственно работают с измерства, с маленькими детками и до студентов. Это уже как бы тот формат, который я пропагандирую на протяжении больше 10 лет. Поэтому у нас и с Артемом Александровичем как бы тандем организовался. Он видит во мне и теоретика, и отчасти практика, который непосредственно как бы может это реализовать с разной категорией. То есть от маленьких детей до взрослых. Организация обучения взрослых, организация профессионального обучения. На сегодняшний день это серьезные как бы позиции, которые достаточно, ну, и нужны в развитии, и нужны в теоретическом осмыслении для наших руководителей. Театр – это не только игра.
театр – это еще теория, и ей нужно отдать должное. Вот как бы в этом мы с Артемом едины, поэтому как бы у нас и тандем такой вот плотный. Практика, теория и наука. Вы представляете, телезрители, театр – это, чтобы у вас не создалось впечатление, что вот сидят, мы сидим и просто говорим о театре. На самом деле театр – это целый пласт жизни, в котором можно учиться жить, правда? Конечно. Но социализация личности происходит, становление, потому что мы начинаем посещать, приходя с бабушками, с крестниками, с мамами, папами в театр. Да, очень многие привыкли посещать театр кукол, да, и воспитывать культуру. Но очень многие проекты, когда коллектив, приходишь в самодеятельный коллектив, ребенок пытается получить всестороннее развитие. Не только там отдельно хореография, отдельно вокал, постановка голоса, актерское мастерство. Очень много технологий, которые используются и в процессе снятия каких-то комплексов жизненных, раскрытия каких-то особенностей ребенка. И это все театр. Все это то, что объединяет театр. Ну и потом в перспективе многие ребята, которые занимаются в театральном, вот есть молодежный театр «Стук», у нас приходят ребята абсолютно разного возраста, разной подготовки, и им в жизни становится проще. И без подготовки, некоторые и без подготовки. Да, им становится проще. Вот мы с Виктором Леонидовичем в прошлом году мы сделали хороший проект «В джазе не только девушки». Да, это... В джазе не только девушки? Девушки, да. Вот. А кто еще? Ну вот у нас... Там были разные. Вот Виктор Леонидович был как режиссер, я попытался как бы встряхнуть, как говорят, стариной, сыграть еще тоже главных роля. Главную девушку? Нет. Озгут Филдинг III, миллионер. Одного из главных мужчин, так скажем. Да. Вот, но это был такой синтез всех людей. Люди, которые как бы аматоры, которые пришли участвовать в этом проекте. Была хорошая балетная постановка, это синтез вот взаимодействия студента университета культуры, педагогического университета. Это, ну, действительно школа жизни, которая показывается на сцене, и когда мы смотрим это на площадках, мы позволяем выступать на профессиональной сцене. К сожалению, это часто сталкивается с финансированием, с арендами помещений. Это одно из таких негативных сторон. Но мы понимаем, как бы... Да, аматоры всегда зависят от, как бы, от помещения. И мы, к большому сожалению, не имея своего театра, мы поставили проект, который выдержал 4 показа на сцене Русского театра, да, плюс выездные показы по области, не считая гран-при, которые мы выиграли на фестивале. На всеукраинском фестивале. То есть это, ну, я считаю, что достаточно удачно было, потому что и было поучительно, и было, ну, знаково для театра «Стук». То есть заявить о себе, показать, опять все-таки это уровень. И к этому уровню нужно иметь соответствующую подготовку. Это не одного дня работа, эта работа длилась практически год. Мы стартанули в сентябре, и в марте уже как бы было предпоказ, в апреле у нас были премьерные уже дни. Показ. Да, премьерные показы. Но сам по себе формат, опять же, как бы базировался на достаточно серьезной актерской, режиссерской работе, потому что дети приходят, мы хотим играть. Да, давайте мы будем с вами работать, мы будем смотреть, мы будем учить. Мы будем естественным путем отбирать и предлагать вам вот это сейчас попробуем, это попробуем немножко попозже. Тяжела работа с аматорами. Тяжела в плане того, что они приходят с открытыми желаниями выйти на сцену и победить. И поскорее победить, да. А все-таки есть как бы еще та рамка, которую мы не можем себе опустить, и мы ставим. Вот здесь, опять же, я же говорю, здесь очень важна была вот эта составляющая воспитательного формата театрального искусства, что давайте как бы мы будем ценить все в этом театре. И даже если я просто переодеваю актеров за кулисы, я очень важный человек, а я просто отвечаю за то, что я выношу реквизит в этот момент. Без тебя театр не состоится, и наша постановка очень важна только благодаря тому, что ты вовремя выносишь вот этот реквизит. Ну, то есть это дорогого стоит. И те люди, которые проходят эту школу, вот школу постановки, они совсем по-другому приходят в театр уже как бы и смотрят действительно вот эти вот все постановки, заглядывая где-то подсознательно за кулисы и понимая, что там творится вообще страшная как бы идиллия, вот именно страшная идиллия, все движется правильно, все движется ровненько, и люди видят тот эстетический продукт, который актер, ну, как бы представляет со сцены. Вот это для нас важно. Театральное искусство и сам непосредственно формат театра – это в первую очередь действительно становление личности. Вот, попробуйте.
Не каждому дано выйти на сцену. Конечно, не каждому, я согласна с вами. Это кажется, что, да, телезрители, там, опачки, сцена, сейчас я изреку. Выходишь на сцену и понимаешь, что ничего не... Да. Еще, да. Софиты и зритель могут прижать любого, как бы, самоуверенного человека. То есть заливка, свет и зритель, и все. И уже надо над собой работать. Поэтому вот, да, действительно, несмотря на то, что мы аматоры, мы, как бы, стараемся это реализовать и стараемся поднять это на должный уровень, потому что если это та школа, ну, как бы, самосознания, самовоспитания для хотя бы десятка молодых людей, ради этого надо, как бы, работать над этими проектами. Дело в том, что вот много сейчас говорят, там, не государственные театры, аматорские, да, там, и государственные театры. Вот в чем идет, как бы, разница, в чем идет... Бывает и профессиональная труппа театра выдает не совсем даже качественный продукт. Ну вот в чем разница? Я был на совете директоров театра, и почему вот идет разграничение? Профессиональный театр идет на адаптации, да, они получают заработную плату, они обеспечены определенными базами, а непрофессиональные театры... У нас очень яркие примеры, это театр 19 Киев, и Харьковский театр, Черный квадрат, да, и Маски Шоу, да. Это не государственные театры, но которого знают далеко за рубежом, да, и которые вынуждены самозарабатывать, самообеспечивать. То же самое хочу сказать и о любительских театральных объединениях, которые на все абсолютно, и заработная плата часто у педагогов отсутствует, да, они не получают зарплату. Пошив костюмов, постановка, аренда помещения, да, это очень затратные вещи. И актеры, которые приходят, они не получают заработную плату. И вот тонкий подход, тонкость подхода к этим людям, когда человек может немножко эмоционально, да, вспыльчивый, развернуться, уйти и все, и поломается целостность этого продукта. И мы вынуждены даже часто искать средства для мотивации походов, обеспечение этих проектов, и люди абсолютно бесплатно работают в этих проектах, и они горят. Вот это идет искорка органичности, яркости и осознание того, что ради чего они это делают. Естественно, публика у нас очень часто приезжает энтерпризы, да, театры, которые с каким-то известным артистом театра и кино, да, и вот мы хотим, тратим колоссальные средства, чтобы посмотреть качественный продукт, да, ну вот мы увидели где-то этого главного героя, хорошего артиста, да, и все остальное не совсем идет в работе. Поверьте, и часто там сравнивают провинциальные театры, не провинциальные, это неправильное тоже выражение. Поверьте, у нас Николаевщина талантлива, и у нас есть такие мастера сцены, которые действительно во многом и дают мастерство, дают... Не уступая столичным, да, не уступая, да, столичным, как бы, и в сравнении некоторых спектаклей, как бы, и те, которые идут у нас, и, как бы, в столице, очень яркие отголоски по актерским ролям, по актерским работам как раз вот наших николаевских артистов разных театров. Я хочу сказать, Артем, как бы, затронул тему вот тонкости работы с этими аматорами. Нам неоднократно приходилось выходить на сцену и давать вот, как бы, шанс им увидеть нас со стороны в качестве актеров, для того, чтобы они понимали, насколько мы близки к этому и насколько нам действительно важно взаимодействие вместе с ними. Выход Артема в, как бы, роль второго плана, не главное, но роль второго плана, естественно, сыграла, потому что, ну вот, как бы, да, со взрослыми играть — это совсем по-другому. То есть мне приходилось неоднократно в репетиции заменять там какой-то предмет и что-то, чтобы, как бы, не было этой грани, что вот есть руководители, режиссер-постановщик, а есть еще, как бы, актеры, которые не могут приблизиться. У нас этой грани нет, потому что, ну, тяжело удержать, совершенно правильно он говорит, тяжело удержать актеров, которые не мотивированы ничем. Если они не видят собственной самореализации сразу, они, как бы, могут разочароваться. А для нас важен каждый человек. Друзья мои, итак, фестиваль «Театрон», он уже закончен, отгремел, можно немножко отдохнуть, да? Отдохнуть? Нет, сразу дальше в бой. Конечно. Мы готовимся к новым проектам. Даже будучи в отпуске, мы оговариваем определенные постановки, спектакли, планирование новых проектов, уже планирование школы, следующей летней школы, театральной безусловно. Школы. Да? И результатом нашей театральной школы это было создание ассоциации руководителей театральных коллективов с привлечением даже из-за рубежа и выход на международную ассоциацию АИТА. Это тоже кропотливый труд, но тем не менее мы к этому стремимся. Ну и, естественно, создание уже следующей школы. Уже есть даже полученные одобрения
одобрение тех специалистов, педагогов, которые приедут к нам в 2017 году. И это очень приятно, что школа имеет уже резонанс, когда она только завершилась в этом году, уже есть перспективы на следующий год. На уровне местной власти подписан меморандум, предоставлен меморандум о сотрудничестве и о поддержке этого проекта на уровне двух мэрий, города Николаева, города Очаков, потому что как бы мы показывали первый день 26-го, 27-го числа, это как раз в рамках Дня молодежи для курортного города, достаточно хороший резонанс, зритель отдыхающий получил бесплатный спектакль на берегу моря, естественно, ну, не каждый раз, не каждый театр себе такое как бы позволяет, вот, в этом заинтересованы в первую очередь уже стали и власти, для того, чтобы позиционировать наш город как культурный, мэрия Николаева и города Очакова достаточно серьезно как бы видят интерес в проведении этих мероприятий совместно в формате двух городов. Сподіваюсь, друзі, що ви задоволені провели цей час зустрічі з нашими сьогоднішніми героями, які вже знову сповнені нових планів та ідей, чого і вам бажають. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.